Привет, друзья, с вами Rush'n Ring Zook, и сегодня мы опробуем с вами очень необычный файтинг на консоли PlayStation 3, который называется JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Это демо-версия, сейчас мы посмотрим, какие тут есть примерно бойцы на этой заставочке. Игра очень необычная по своей стилистике. Можно было оценить анимешную стилистику. Игра выполнена по мотивам очень популярной в Японии манги. Выходили какие-то ранние игры на PlayStation 1 на аркадных автоматах. Даже на PlayStation 3 выходил какой-то порт с аркадных автоматов. Там был двухмерный файтинг. Вот вышла новая игра. Графика видео очень симпатичная, дизайн симпатичный. Очень похоже на графику в игре Street Fighter 4. Так, это у нас демо-версия. Игра, видимо, продается только на дисках и только на PlayStation 3. Итак, мы можем опробовать только аркад мод. Сложность можно выбрать. Ну, нормально. Вот на выбор только 3 бойца. Вот. Джотара Куджа, Цезарь Антонио Зеппелли, Дио Бранда. И вот у них еще под рядом внизу стиль написано, этого вампиризма, этого Хэммон какой-то и Стэн. Я не могу сказать, что там сюжет этой манги, я просто знаю, что очень много томов этой манги выходило. Выходило несколько аниме. Ова. Вот. В чем суть, тут что-то с вампирами, да, связано, тут там мистикой, видно, что-то там не намешано. Вот. Ну давайте выберем вот этого вот Джотара Куджа, у него какой-то вон еще демон зеленый, типа Бланки из Street Fighter сзади. И попробуем сыграть за него. Так, а что-то. А, тут еще аутфит, это что, это одежда, что ли? Наверное, она не меняется. Стиль стенд называется у нас. Хм, что это? Стенд, стойка, по идее, или как? Или что это переводится? Темева. Коно Кучо Джотарога Чикижикини Бучинонас. Смотрите сразу. Мой персонаж как ходит медленно. Ой. Можно медленно. Вообще, вроде все очень странное в этой игре, необычное. Треугольник вот туда вроде на руками в прыжке убьет другой. Это что такое, я не понял, компетит. Так сейчас проект отлично, то есть вот, на арене есть какие-то свои фишки. Ну-ка, демон, давай. Вот
Разгонка крест, это вот прыжок назад, в сторону. Ай, сорвался, я для этого сделал. Это удобно, что для этого лига. Ура! 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 О, завалили. Отлично. Яре, яре, тосе. Мужик, какая боль. Типа того. Раз, два, назад, два. Китака. Брутальный чувак. А люди такие спокойно за столики сидят там, как теле побивают. Фига! Монки нандайо! Тебе кнопки я что-то зажал. Абара но горопки! Красава!
ты Стиль Mounted. Это типа на лошади, что ли? Верхом. Это персонаж нельзя было выбрать, кстати. Кону Кюжо Джотаро га чики-чики ни бути на нас. Юш, икзе! Это типа верхом. А что это такое? красиво по стилистике, и любителям файтингов, конечно, я думаю, стоит ее опробовать. Я бы поиграл, конечно, при возможности полную версию. Я не знаю эту историю, о чем тут вообще, конечно, будет story mode, то есть будет как бы сюжетный режим, вот. Но, конечно, на английском языке, ну, я думаю, кому надо, те разберутся. Потому что я думаю, вам было интересно, друзья, посмотреть на эту игру. Оставляйте ваши комментарии, как вам она. Ставьте лайк, если вам было интересно. С вами был Рашна Мидзука. До новых встреч!